Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовля. Ловля. Хотел бы записать видеоотчет. Снова я на Сосновке. Время у нас середина октября. Вот, прошел я сегодня с 7 часов утра. Время сейчас час дня. Вот от этого затона по той стороне до конца, до пожарной станции. Итогом оказалось две поклевки, но не реализованные. Был выход вот здесь вот. В этом месте, вот где пень, выход щуки на падение вертушки, маленькой беленькой единички. Ну, вынырнула, она мне показала свой бок, развернулась лениво и ушла в освояси. В принципе, больше ничего здесь интересного не видел. Окуня не было сегодня. Как ни странно, пробовал я на его точках, стоял, тоже ничего не было. В принципе, сегодняшняя рыбалка, почему я и поехал. Утром встал, вышел на балкон, посмотрел, погода была не очень хорошая, сильно порывистый вечер, ветер. Два дня до этого ушел дождь. Вот. Но накануне зашел в рыболовный магазин, купил вот резину. Диамонт. Вот такой расцветки. И вот такой расцветки. Очень-очень ее прям советовали продавцы. Взял ее в итоге, на нее даже не выхода, и ни поклевок, ни выхода не было. Ну, не знаю, может, день сегодня не такой. Вот. Может, просто мне по хищнику не везет в этом сезоне. Вот. Пробовал я резину, довольно-таки интересная, здорово играет, живо. Интересно. В принципе, если кто ловил на нее, отпишитесь в комментариях. Мне понравилось, но буду я на нее еще пробовать. Вот. Здорово играет, живая довольно-таки проводка на нее получается. Вот. Ну, поклевка у меня была как раз здесь, наверное, нет, у меня не в этой коробке, а в другой коробке. На другую резину, на мансовскую. Вот на нее как раз и была поклевка, скорее всего, я вот эту разорванную в клочья. Резину я и поставлю на заставку к этому видео. Так, в принципе, хорошо. Отдохнул, погулял. Накидался вдоволь спиннинга. Накидался так, что аж прям руки болят уже от него. Перепробовал кучу блесен, силикона и так далее, там подобное. Но, к сожалению, ничего не было. В принципе, вот так отдохнул. Здорово отдохнул. Вот. Просто, наверное, сегодня очередной не мой день, блин, с этой зубастой не сходится у меня никак, мне с ней встретиться. Видеть вижу и не один раз, и в предыдущем видео, где я снимал в Плешкино, был выход, тоже щука шла за силиконом, как раз мансовский. Белый с красным хвостиком, здорово, дошла до меня, развернулась и ушла. Как сегодня, в принципе, и здесь была поклевка, но в итоге ничего не получилось. Не засеклась, разорвала мне резину и ушла. Вот.